Так, посмотрим, помню ли я еще что-то к чему. Для начала мне нужен омут рождения. Обнаружили Керриган. Она окопалась на базе зергов. Мы отправляемся туда. Высылайте подкрепление. Доминионцы нашли нас. Теперь они не успокоятся. Я создам зерглингов из личинок, которые производят инкубатор. Когда сюда пришли войска Доминиона, они загнали часть моей стаи в пещеры. Если мы сможем убить охрану, эти зерги присоединятся к нам. Будет добываться с максимальной эффективностью, если отправить в экстрактор трех рабочих. Готова к бою. Oh.
В этой пещере тоже остались зерглинги. Силы Доминиона наступают с севера. Это Керриган. Движутся многочисленные войска Доминиона. Снимаю с предохранителя. Марш-бросок.
Прочесываю территорию. Иду. За дело. Поняла. Мы на одной волне. Продвигаюсь к цели. Иду. Прочесываю территорию. Хватит прятаться! Сражайтесь за свою королеву! Что такое? Поняла. Продвигаюсь к цели. Хорошо. За дело. Наши войска атакованы. Прочесываю территорию. Еще совсем немного, и мои черви Нилюса прибудут с подкреплением. За дело. Марш, бросок. Иду. Наши войска атакованы. Пришлите подкрепление! Атакуют! Нужна помощь! Скорее! Прочесываю территорию. Хорошо. Атакует пулей. За дело. Еще больше зергов. Стая становится сильнее. Враг атакует улей. Мы на одной волне. Поняла. Наши войска атакованы. Ха-ха!
стая прибыла. Она в твоем распоряжении. Отлично. Теперь нужно уничтожить это орудие до прибытия Джима. Есть способ управлять в бою всеми войсками одновременно. Что такое? Иду. Наши войска атакованы. Марш, Тракток. Поняла. За дело. Я слышу тебя. Марш-бросок. Продвигаюсь к цели. За дело. Мы на одной волне.
хорошо. Снимаю с предохранителя. Прочесываю территорию. За дело. Иду. Месторождение минералов выработано. Мы на одной волне. Поняла. Хорошо. Месторождение минералов выработано. Готово к бою. Месторождение минералов выработано. За дело. Месторождение минералов. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Поняла. Иду. Месторождение минералов выработано. Мы на одной волне. Месторождение минералов выработано. Хорошо. Марш, бросок. Это зерги! Защищайте пушку! Моя стая прибыла и ждет приказаний. Марш, браток.
Поняла. Уничтожить всех. В живых не должно остаться никого. Да, теперь я вижу, что наша королева на самом деле вернулась. Убить тиранов. Королева? Ты права. Я словно перестала быть собой. Надо выбираться отсюда. Мы будем ждать твоего возвращения. Джим, ты меня слышишь? Джим, где ты? Я на месте встречи, тут никого. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живет тьма, Джим. Ты нужен мне. Мне нужно, чтобы ты услышал меня. Сообщение. Вчера в ходе успешной военной операции был пойман повстанец Джим Рейнер. Сразу после допроса он был казнен. Император Менгск заявил. Граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнер мертв. С его смертью наступает эпоха мира. Протосы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована. Рой обезглавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менгск. Система навигации включена. Курс территории зергов. Подтвердите. Подтверждаю. В перехваченном сообщении Доминиона говорится, что Рой раскололся.
Мать стаи по имени Нафаш отправилась со своим выводком на ледяную луну Калдир. Согласно последним донесениям, там есть и протосы. С большой долей вероятности Нафаш сражается с протосами за главенство над Калдиром. Считается, что ее стая состоит из высокоразвитых и очень опасных зергов. Часть зергов осталась на Чаре. Ими управляет мать стаи по имени Загара. В данный момент она ведет бой с силами Доминиона под командованием генерала Ворфилда. Хорошо. Они признают меня своей королевой. Иначе я буду убивать их одного за другим, пока они этого не сделают. Кто ты? Королева, ты не помнишь меня? Я Исша. Ты использовала меня для хранения своих мыслей, идей и планов. Да, я помню тебя. И что куда важнее, ты тоже помнишь меня. Ты королева клинков. Конечно же, я повинуюсь. Прекрасно. Призови Рой, мы уничтожим Кархал. Рой разрознен. Он не ответит на твой призыв. Большинство зергов на Калдире находится под командованием матери стаи Нафаш. Она хочет создать свой собственный рой. Пока она жива, рой будет разделен. Это будет продолжаться недолго. Отдай приказ о посадке. Расскажи мне о Левиафане. Это существо — главный нервный центр всего Роя. Отсюда ты будешь командовать зергами. И он может перенести меня на любую планету? Конечно, моя королева. Но численность наша невелика. Прежде чем завоевывать другие планеты, возможно, стоит увеличить свою армию здесь, на Калдире. Позволь мне решать стратегические вопросы. Что еще ты можешь рассказать о Левиафане? Ты можешь управлять развитием Роя из эволюционного отсека. Существо Абатур поможет тебе в этом. Разведчики сообщили, что Нафаш возвела здесь улей, но вскоре покинула его. Она ушла в эти ледяные пустоши. Наверное, там базируются и протосы. Кто ты? Абатур. Развитие Роя. Изучение ДНК. Служил сверхразуму. Потом королеве клинков. Теперь служу тебе. Я и есть королева клинков. Другая. Изучаю генный материал. Королева клинков была эффективным существом. Качество древних зергов. Слабое влияние генов тиранов. Тебе гораздо больше тиранских тканей. Передние конечности плохо сконструированы. Могу усилить.
Верну, будут лучше. Не прикасайся ко мне. Единственная цель — эволюция Роя. Ищу совершенство во всем. Работаю в эволюционном отсеке. Эволюция несет много возможностей. Начни с зергангов. Рой страдает на этой луне. Я думала, ты подготовил моих зергов к таким условиям. На Калдире холодно, как в открытом космосе. Защита от такого холода не нужна всему Рою, только Левиафанам. Ты пытаешься оправдаться? Разработка необязательных механизмов адаптации затратна, излишне сложно. Раньше было не нужно, теперь нужно. Поищу местную фауну. Добуду полезную для Роя эссенцию. Выполняй. Организмы можно улучшить. Три варианта мутации. Выбери мутацию. Я запущу процесс преобразования вида, усилю боевой потенциал. Мутация вида непостоянна. Могу изменить в любое время. Нафаш и ее стая отправились в ледяные пустоши, чтобы сражаться с протосами. Я не знаю, захочет ли она присоединиться к нам по доброй воле.